Здравствуйте, это я. Сегодня у меня произошла авария на балконе. К сожалению, у меня одна ферма замерзла. Сейчас будем разбираться, почему это произошло и как это случилось. С основными фермами вот с этой и вот с этой никаких проблем не было. А вот эта ферма, которая собрана на обычном системном блоке и сверху поставлены две карты дополнительно, она замерзла. Причина была простая и банальная. Это окно было открыто в режиме проветривания, это тоже. Здесь гулял ветер, надеюсь, снега не было, по-моему, нет. И у меня эта ферма, судя по всему, несколько раз перезагружалась, но ничего не вышло, она так и не вышла на рабочий режим. Утром я проснулся, пока пил чай, думаю, дай посмотрю на фермы, как там дела, а они стоят. И на одной из карт было даже минус 1 градус, в Rave OS показывало. Сейчас я эти видеокарты, наверное, попробую завести. Нужно только немножко нагреть помещение. Ну что, будем отогревать ферму, пытаться ее оживить. Когда я служил в армии, у нас был ГАЗик 66, так называемая шишига. И эту медицинскую машину мы зимой в 40-градусный мороз пытались отогреть костром. Прямо разжигали костер под машиной. И вроде бы даже получалось ее завести. Сейчас я, наверное, сделаю то же самое. Разожгу маленький костер на балконе. Ну и посмотрим, поможет это или нет. Ну а в роли костра мы будем использовать обычный фен для волос. Он довольно мощный, я думаю, карты быстро подогреются. А потом мы попробуем включить. Надеюсь, это поможет. Приступаем. Ну вот и все, карты прогреты, немножко даже подогрел сам системник, блок питания. Сейчас попробуем включить, посмотрим, не бабахнет ли. Вентиляторы закрутились, вроде бы все отлично. Сейчас посмотрим, что там в Rave OS. Надеюсь, заработало. Так, ну вот и все, все прекрасно работает. Вижу, что температура уже не минус 1 было, как здесь было утром. Жалко, конечно, что я не снял эти температуры. Ну, надо было собираться на работу, и было некогда. Все, видеокарты две уже выдают хешрейт. Я думаю, все будет прекрасно и дальше. Ну, а из таких новостей я в себе взял очередную воздуходувку. Это Deco, моделька DKBL 600. Она немножко подешевле, чем та, которая у меня была синяя. Синюю я подарил. Так. Коробка у него примитивная. В комплекте тоже есть мешочек. Вот такой вот. Ну, купила я ее. Сейчас у нас в ДНС идет акция. Я купил ее за 1150. Если у кого-то нет такой воздуходувки, можете взять. Пока цена не очень высокая. Там, наверное, какие-то скидочки есть, черная пятница и так далее. Минус этой воздуходувки только в том, что у нее нет регулятора оборотов. Но я уже решил, что он мне не нужен, потому что на той старой воздуходувке я этим регулятором не пользовался. Я выкрутил ее на максимум и назад даже не откручивал никогда. Воздуходувка работает отлично, я вообще не заметил разницы. Также хорошо продувает карты. Поэтому рекомендую. У кого еще такой штучки нет и очень много видеокарт и ферм, ну, у меня еще и компьютеры надо продувать. Тут затарился в свое время маками, тоже их продуваю. Вполне себе неплохая вещь. Видеороликов сейчас особо записывать некогда, да и не о чем записывать видео, потому что ферм у меня очень мало. На балконе у меня всего две фермы с половинкой, скажем так, которая еле-еле отапливает балкон. Я вот боюсь, как бы он у меня теперь не замерз. Может быть, надо было продавать либо все, либо хотя бы еще одну ферму оставить. Сейчас в основном занимаюсь просто холдом биткоина. Откупаю на низах. Вот недавно купил за 56 биткоин. Сейчас он уже опять 59. Ну, вот таким образом я зарабатываю себе на конфеты. Напишите, что у вас там творится с майнингом, кто еще что майнит. Ну, может быть, постараюсь делать видео почаще. Правда, непонятно о чем. Ну, может быть, будут какие-то идеи, напишите в комментариях. Про песни я, конечно, не забываю, но сейчас совсем нет времени даже сочинять. Ну, всем удачи, пока!